У отваги и участия нет возраста. В центре Сочи мужчина, выясняя отношения со своей подругой, забыл, что она понимает русский язык. И начал доказывать свою правоту силой. Пока он бил и душил свою жертву, та безрезультатно звала на помощь. Вступила за нее только 14-летняя отважная девочка. Но беспринципного мужчину в рукоприкладстве не остановил и ребенок. Он выбил из рук девочки телефон. Подросток стал защищаться скейтом, после чего мужчина, не обремененный нравственностью и честью, ударил ее ногой в живот. В настоящее время, по данному факту, сотрудниками полиции проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.